Спонсором сегодняшнего выпуска является компания 1xBet, одна из самых надежных букмекерских компаний в СНГ. Мгновенные выплаты и высокие коэффициенты. Ну а по нашему промокоду аналитика вы получите до 6500 рублей при первом депозите. 1xBet, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень редкий выпуск и играет Miracle на Пудже. Такое очень редко можно встретить. Эксклюзивная запись. Это будет интересно. Мало того, что он бужет, так еще на центральной линии будет раков душить. И против него эсэчи, такое весьма классическое противостояние еще 2014-го, наверное, да, года. Классические враги. Сэф. Типа раньше, когда Паджика в мид пикали давным-давно, всегда были споры, кто сильнее, мид пуш или СФ. Эль Классико. А ну и рот на первом левеле, щиточек, плюс топорик, плюс докупил себе тангус, и фласочка сейчас прилетела ему. И на самом деле против Сева достаточно легко в начале ласхиди, потому что у тебя на двадцатку почти дэмэджа больше, плюс имеется топор. Вот, ну а в дальнейшем все зависит только от скилла. Если ты попадаешь, то пожалуйста. Если ты не попадаешь, то земля тебе пухом, и ты проиграл в соло игру. Ну, ты знаешь, против СФа можно даже вкачнуть на единичку пассивку, плюс взять себе капли, и тогда против СФа вообще комфортно, по идее, должно быть. Ну, вообще, резист к магии у Пуджа на первом левеле будет никакущий. Там же заряды накапливаются и резист какой у него. Сопротивление магии 8% на первом левеле, но это очень слабо. Плюс сила не гитикает. Не знаю. По-моему, это будет неправильным решением. Тебе нужно выкачать спелы просто и душить самого СФа. Фишка в том, что ты его хукаешь, а потом ты просто не отпускаешь. Герой достаточно картонный. А, идешь за ним просто. Он тебе, ну, да, максимум 2 кайла сможет дать ближний и средний. Все. Но это маг. И то, и тебе нужно постоянно. Ой-ой-ой, на замахе сейчас поймал СФ, и может быть ФПшечка, но нет, не допускает. Слишком быстро СФ бегает. Ну, СФ 315, стартовый мувспид. Там из-за ловкости чуть-чуть прибавилось. Но дело не в этом. Дело в том, что у Пуджа МС-277, и я думаю, что это не особо радует. Да, он, кстати, выбрал себе Аквилу и уже второй раз притащит себе курьера на мид. За 2 минуты. Ну, Кура, конечно, изначально к мидеру должна приходить. Курна иллюзии спаунится, можно тут флаской отпиться. По пику не сказал бы, что тут Пудж очень хорош, потому что, ну, ты можешь убивать в теории какого-то Бейна, и то у него есть слип. Ты можешь убивать аппарата, но очень плотный Урса и Брюмастер, который ты при всем желании не убьешь. Но если команда будет помогать. Курьера от СФа, но это будет ФБ для Пуджа. Так вот, в размен на курьера. Получается что? Получается, он гений, а не лох, который Куру потерял. Это забайченом было. СФ дал тычку. Даже не знаю, что выгоднее. ФБ для Пуджа сделать или Куру потерять. Ну, вообще, по золоту, по суммарному золоту, 175 дают пятерым игрокам, в том числе и СФу. Но СФ пришел на мид, потерял половину душ, которую он набил. Ну, не знаю я. На самом деле, вообще, в команде, если ты играешь полноценно, делаешь упор на всеобщий фарм, то, конечно, Кура поприятнее. Ну, а лично для Пуджа, если он делает фраги, то это не, экспа. Ну, тогда, и для Пуджа это, конечно, круто. У него теперь хук и рот в двойку. И смотри, смог сразу покупает. И это будет попытка еще раз сейчас выцепить СФа. Кстати, по смокам это вполне реально. Да, если он сейчас убьет СФа, то СФа не будет телепорта, а это значит, что у Финда будут огромные проблемы. И опять на замахе ловит хук СФа и в таверну. Да, ну тут даже Феник, кстати, не нужен был. Ибо ему дэмэджа хватило, потому что рот действительно в двойку и замедление на 18% это уже очень много. Феникс так воспользовался моментом, почилил экспу в миде, пока Пуджа не было. Возможно, даже подбайтил, взгляд СФа немножко отвел. И получается что? Получается все, но новый гений Пуджа. Никаких денди, никаких легкан. На самом деле, вот под смоком вероятность килла очень большая на Пудже. То есть очень высокая. Все, что нужно, это просто попасть в куком, что в принципе несложно, если тебя не видят. Ну да. Поэтому пока есть смоки, вернее, есть возможность делать фраги. А, так у СФа телепорт откатился, он тапнулся на центральной линии, но тогда нужно сейчас его еще раз убить, чтобы не было телепорта. И вот раз этим поможет Феникс, делается телепорт в мид от Бейна, не видно Бейна. Если заберут и затрейдят хотя бы Пуджа, то будет просто шикарно.
Но Бэйн решил добрать именно Феникса, хотя, как мне кажется, со вторым брейнсапом он мог тут и убить Пуджа. Но он и пофоловит 200. Пуджа. А еще может, правда, там фласочка поехала. Не, и не хватило бы урона. Не успевает. Увы. Хотя, блин, он бы еще одну тычку дал по Пуджу, если бы не тратил бы время на брейнсап у Феникса. Не знаю, на Пудже был бы очень вкусный фраг, пятый левел, Бэйн бы сразу же тоже обнул бы почти пятый. Не был бы третьим, как сейчас. ESF приходит на линию, по XP у него сейчас явные проблемы, мы видим, что по крипстату аналогично они сравнялись, но все-таки Пудж меньше фармит, чем ESF. И ну, для... Да, ESF там и в лесах может много нафармить. Но зато... Для Пуджа киллы очень важны. Чем больше их, тем жестче он будет в лейтгейме. Угу, это верно. Аквила покупается, чтобы побыстрее бить, чтобы был пассивный монореген на центральной линии и, конечно же, армор. Тоже важно. Чуть больше статов, чуть комфортнее себя Пудж на линии чувствует. И докупает себе с базы стиги. Ботинок у него пока что... Я даже не квикбай. Слушай, но у него теперь ульта есть? Ну да, все, СФ можно уходить с этой линии, каждый раз, когда Пудж попадает хуком, сейчас он убивает. Хотя и до этого. Давай считать, короче, его хуки. Он выкинул, по-моему, 4 хука, да, за все это время. И 4 попал. Ну да, пока что он вроде бы всеми попадал. Так, запомни, 4 из 4. Идет в лес, сейчас будет находить СФ, скорее всего. Ну, блин, ботинка не хватает, и Пудж очень медленный прям. Ну, заветно, что, по-моему, с виду проблемы. СФ, кстати, только что... Разминулся с Пуджом и видит это все. Миракл. Кстати, с ДД достаточно будет просто... Тут аппарат страхует. Сейчас хукает аппарата. Ну, здесь аппарат успевает накинуть первую способность, поэтому сразу же отменил ультимейт, начал убегать, иначе бы заморозился и умер в этом моменте. Да, кстати, идеально все сделал по таймингам. И 5 из 5 хуков он попадает. Весьма неожиданный был хук в сторону аппарата, он бы его 100% забрал. В случае чего нажал вопрос ДД и от руки добил. Стоит в позиции, но теперь вроде бы как вард у СФ есть. Подарите тапок Пуджу кто-нибудь. Вообще, ребята, пока Миракл расслабляется. Ой-ой-ой. Сбил стрик. Эх, 6 хуков было выкинуто и 5 попал. 6-5, запомнили, поехали дальше. На боковых линиях что-то происходит, душегубка. Достаточно легко они стоят лайны, потому что грамотно все сделали. Энигма вместе с Фениксом задомировали бот против Урса, Урса без экспы. А на топе Висп плюс Геракоп, да, достаточно старая комба. Ну и популярная сейчас, нынче. После турниров часто используют. Ну да. Ну это действительно очень сильно. Ну и наконец-то ботинок есть, и есть 7-й левел. И спылы, кстати... Он выкачивает параллельно. Для медового Пуджа не принципиально максить именно хук, потому что, ну, ты быстро получаешь экспу. У тебя уже почти 8-й левел на 8-й минуте. Ну, все очень шикарно. А вот это интересный левел. Момент. Фейзы. Это вот прям максимально старый формат. Пуш с фейзами. Еще Дэнди, ну, знаешь, в свое время так же собирался через фейзы старый постоянно. Старый и новый одновременно. Так, вилла у него имеется. Кстати, сейчас он зря, наверное, поднялся на... Точнее, спустился с хайграунда, потому что его Бэйн увидел. Понимает, что это иллюзия. Да, понял. А я чуть-чуть рано. Чуть-чуть рано. Эх, 7. 7 хуков было выкинуто и 5 всего попал. Всего-то 5 из 7. А задумка на самом деле была неплохая. Он хотел да, через, он, через если иллюзию бы он иллюзию остановил. Да. Он просто иллюзией тоже двигался. Если бы она стояла бы на месте, точка аппарата долетела бы гораздо быстрее. Ну или можно было бы иллюзию в сторону аппарата, наоборот, выкинуть. И ждет. Он понимает, что фармить на миде нет смысла, сейчас у него все очень хорошо, и с прокастом он убивает практически любого героя, тем более... Не практически, трех героев он убивает. Бэйна, Аппарата и СФа. До Брю и до Урса он все-таки не дотянет. Они еще сами могут его хлопнуть. Отвести и до Лона сейчас... СФа и попадает очередным хуком минус СФ. Ой, как же у него горит, наверное. Энигма на 3 койла встала, увы. Ну, это был байт. Это был байт на то, чтобы заряжалась пассивка. 6 хуков из 8. Красава, Миракл. У него Аркана плюс Корчинг Талант Хук.
Они что, полным составом, что ли, ликвидов играют? Не знаю, ой, но это было so close. А, так да, это полный состав ликвидов. Слушай. Зашибись. Да. Вот так. Ну, это КВшка против кого-то. Они, я так понял, что... Потому что это... подбор был как раз командный. Там и баны были, и дела. То есть они КВшку против кого-то. Забавно, это реально фуловый состав ликвидов. Ехнул. Вот так вот. Тренировка Пуджа, это интересно. Цепляю здесь еще и Бэйна, очередной хук точно в цель. 10 хуков из... Точнее, 7 хуков из 10 он пока что попал. Ой, что ты творишь? Ну, это заморозка, на самом деле, аппарат неприятный. От Пуджа, потому что аппарат всегда успевает накинуть первый спелл. Соответственно, ты не можешь ультануть, потому что ульта собьется. Аппарат вроде бы как бы и легкий хил, герой тонкий, ты его по сути вроде как убиваешь, а вот неприятный. Вот сейчас очередной хук. Где-то хил аппарата. Молодец, да? Не знаю, вот с таким божом очень сложно бороться сейчас, кстати. МТП делает Гира с виспом сразу. Был на этот момент. Да. И Сефа тоже должны здесь забирать, просто тотальное доминирование на карте, как же они их уничтожают. Матумбы специально, наверное, блочил хук Пуджа сейчас, чтобы Меркл не забрал флаг, хотелось получить. Но с этого нового подкрысит у него немножко фарма на стаканах нейтралов. А, так это Battle Cup они играют, вот оно чё. Всем составом. В итоге уже вплотную подошел. Нормально, так задушили. Вот так вот батлкапы обузят. На Пуджах. А, у приульты нет. Ой-ой, нужно в сторону отходить. Можно от Кайла умереть. И дотянулся СФ все-таки. У него стик был, мог стик нажать. И СФ охлопнуть. Ну, бывает. Бывает. Не ошибается только... Только никто не ошибается. Никто не ошибается. Блин, вот почти так. 1000 голды упало. Там годлайк был у Матумбомена. Да, жалко, конечно, что это саппорту прилетело. Ну, с другой стороны, он сейчас может купить себе сейф артефакт какой-то, сейвить своих коров от Пуджа. Ну, тот же Глимер. Не думаю, что настолько все хорошо у Пуджа, что он будет сейчас все когда досты покупать. Худ. Ну и худ. Да, тут худ очень хорош, ну, да. Банально. Потом, да вообще, в принципе, на Пуджа худ хорош, если он у тебя достаточно рано появляется. Тебя в дальнейшем убивать будет практически невозможно. Да и фармить более... намного комфортнее с худом. Так же, крипов. Да, это важно. Действительно важно. Аркейн Рума, можно сейчас пойти сделать еще пару вкусных фрагов. Там Урса дерется, Блэкхола, к сожалению, нет. И будет ли хук? Да, отлично. Было очень легко. 5.23, 12 минута. Супер активная игра. Так, попытка выйти на брюмастера. Будет добивать, а брюмастер же все. Брюмастер запаниковал, просто убежал отсюда. Ну, видимо, где-то по ворду, может, прошел. Или там скан был, непонятно. Небольшая фишка, которая мало кто задумывается. По крайней мере, на Пуджа, если собираешься худ, ты можешь его кликать, нажимать рот и фармить, тем самым не теряя хитпоинтов от включенного рота. Ну, можно не нажимать, если ты не хочешь тратить 75 маны. Но когда у тебя в банке аркейн, ты понимаешь, что мана не будет кончаться, кликай хоть не хочу. Форстап следующим артефактом против Урса, чтобы кайтить постоянно против заморозки аппарата. Да и вообще, в принципе, хороший айтем на Пуджа, который дает тебе статы на интеллект. Видно СФа и Брюмастера в миде, поэтому, в принципе, а и Урсу еще видно. Свободный здесь. Не боится саппортов. Да, кстати, Нигман находит двух героев. И Долонов бы отвести. Очередной. Попадает. О, следующее. Здесь можно панк, кстати, быстро разорвать. Да, у панды есть ли блинк? У панды блинка нет. Он тут, скорее всего, просто умрет. И не пошли за ним, что у меня камушки убивают. Не, должны убивать. Должны. Вот эх, ты, Матумбыч. Ой, хороший. Слушай, по ощущениям вроде бы не дотягивался. Вроде линзы нет, но дотянулся. Ну, как видишь.
Тем временем, стата по хукам. Вот если бы он сейчас не промазал бы, была бы прям сочная. Ну, он тут сейчас... просто залосхитить хотел героя. Да-да-да. Его тут же типнули. Нормально так подарили. По итогу, 12 хуков из 16, и он попал. То есть, миссанул он 4 раза. Если я ошибся, поправьте меня в комментариях, кто считает вместе со мной. Делать нечего, да? Ага. Считаем. Попадание. Ждет, чтобы кто-то вышел на деф. У него вардик стоит. Хороший вард. Думаю, что сейчас какой-нибудь урс, где урса и бежит. Если он успеет укусить урсу, то он спокойно убьет, кстати, помимо этого. То есть ждет Энигма, потому что понимает, что самому будет сложно. И очередной ход. Так, Энигма подходит. Должны убивать его здесь. Ну, должен достать, достает. Минус урса. Отличный был план. Вообще помню, как-то мы с собой давно-давно записывали Пуджа и Веспа. Это было достаточно прикольно. Тебе залетает аганим от Веспа, плюс очень много мол-спида, плюс подхил. Коварный план от Миракла. Примату хукал. Это было близко, почти угадал. Ну да. Ну, хук уже откатывается, можно будет сэфа ухнуть под стан. И хукает, конечно же. Забавно, забавно. Враги, наверное, в шоке. Даже СФ понравилось. Да-да-да, ГГ. ГГ. А, просто под фонтаном уже лучше, значит, Team Liquid против обычных команд на батлкапе. Потому что хайграунд, гирокоптер особо в шмотах нет. Кстати, гирокоптер хочет себе рапиру купить первым слотом. После барабана. Интересно. Кстати, у него почти деньги есть на рапиру. Да, ему чуть-чуть остается. До рапиры. Все, ГГ написали. 16 минут. Просто ребята решили повеселиться на батлкапе. Вот такая вот игра от Миракла. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.